В 1918 году армянские националисты уничтожили несколько десятков тысяч человек в Туркестане. Это были представители национал-экстремистской партии Дашнак Цутюн. Изначально армянские дружины входили в состав вооруженных сил Советской Республики, однако в какой-то момент они выступили против местного населения. 6 февраля 1918 года армянские террористы обстреляли Коканд, а затем зашли на его территорию и устроили резню. Вместе с группами красноармейцев дашнаки шли по улицам города, поджигая дома, грабя и убивая всех, кто попадался на пути. Поначалу простые люди пытались сопротивляться, однако сдержать фанатиков они не могли. Неофициальные данные, что число жертв намного больше, потому что в 1918 году большевики не смогли сломать наше национальное освободительное движение и на помощь призвали армян-дашнаков с Кавказа. То есть 11 эшелонов вооруженных дашнаков, террористов, перебрасываются в Коканд, город Коканд. При исследовании обнаружили, что почерк убийств те же. Надругательство над трупами, над детьми, над женщинами. Мирные жители города спасались бегством. Свидетели пишут о том, что Коканд был завален обгоревшими трупами. Дашнаки сожгли госпиталь вместе с 500 ранеными и больными. Убили 50 семей рабочих хлопкозавода, отрезали пленным руки и ноги. А затем еще 9 дней грабили разоренный город. По сведениям историков, только в нем армянские фанатики уничтожили около 10 тысяч человек. А корни мирового терроризма начинаются с конца 19 века, когда первые армянские террористические организации начали уничтожать мирное население ради решения своих политических вопросов. Вот именно, скажем так, история современного терроризма берет начало с армянского национализма и терроризма. Армянские террористы при помощи большевиков совершали немыслимые преступления. Большевистские власти использовали членов Дашнак Цутюн для борьбы с непокорными жителями Туркестана и далее, в 19 году. В течение 2 лет они замучили и убили 7 тысяч жителей Маргилана, 6 тысяч Андижана и тысячи жителей других городов. Все эти зверства сопровождались пытками и грабежами. В Ферганском государственном архиве хранятся подробные свидетельства этих ужасных событий. Тем не менее, современные представители армянских националистических движений продолжают оспаривать их правдивость. После развала СССР это было причиной прохладных отношений между Арменией и Узбекистаном. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч!